скажите, пожалуйста, кто у вас регулирует здесь очередь? Контроль за соблюдением дистанции между посетителями – одна из главных мер безопасности в любом банке. Учитывая эпидемиологический режим, расстояние в очереди должно быть не менее метра. Соблюдается ли это правило в финансовых организациях Чистополя и как выполняются санитарные требования, выясняют надзорные органы в ходе проверки. Не соблюдается расстояние между посетителями, метр-полтора, не соблюдается, люди стоят, можно сказать, кучами. Второе, не во всех банках проводится замер температуры сотрудниками, не имеются термометры, не проводится влажная уборка в помещениях и не проводится проветривание. Очередь на улице у некоторых банков – мера вынужденная. Чтобы сохранить нужную дистанцию в небольшом помещении, посетители заходят внутрь по одному, так чтобы в зале обслуживания находилось не более 5 человек. Каждый понимает, что это необходимо для их же безопасности. В процессе рейда санитарные врачи проверяют наличие в банках дезинфицирующих средств и то, как часто они используются в работе. Ведь известно, все поверхности и даже обычные ручки в противоэпидемический режим должны обрабатываться после каждого клиента. Скажите нам, чем вы обрабатываете, что у вас есть для обработки? Перчатки, маски есть в наличии, тоже могу показать. Ну, через какой время маски поменяете? Каждые 2 часа. Каждые 2 часа. Для соблюдения требований по недопущению инфекции в большинстве банков имеются термометры, журналы учета температуры сотрудников, в том числе и электронные. Также в достаточном количестве запасы масок и резиновых перчаток. По результатам рейда Роспотребнадзором будут составлены рекомендации в адрес тех финансовых организаций, которые не в полной мере подготовились к противоэпидемическому режиму. Для этого нужно, наверное, только желание сходить купить термометры, завести журналы, проводить термометрию и контролировать наличие посетителей с учетом площади помещения. Это все сделать возможно.